Важная новость. Губернатор Янао Дмитрий Артюхов отменил временную изоляцию для вахтовиков. Отныне каждый работодатель сам решает, стоит ли ему рисковать здоровьем всех сотрудников или отправлять вахтовиков на промыслы сразу. Что еще интересного произошло в стране и округе, расскажем в коротком обзоре. 2020 год. Ученые хотят признать самым теплым в истории. Гидрометцентр прогнозирует супервысокую температуру в северных регионах страны. Днем до плюс 20. Такой подарок природы обещают на Ямале, в Архангельской области и Республике Коми. Кристина Куплевацкая из Ноябрьска признана лучшим книжным блогером страны. Она стала обладателем престижной премии «Блокпост» Московской международной книжной ярмарки в номинации «Лучший книжный блог года ВКонтакте». Девушка активно ведет свой блог под названием «Книжная среда». Там публикует новости, обзоры и рецензии на книги, способные заинтересовать даже самого искушенного читателя. Всего на конкурс поступило около 250 заявок. В финал вышло 37 блогов. Волейболисты-пляжники клуба «Факел» снова стали чемпионами России. Соревнования прошли в Сочи. В финальном матче ямальцы Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу над спортсменами Семеновым и Лешуковым из волейбольного клуба «Подмосковье», обыграв соперников со счетом 2-0. Новоренгойцы стали сильнейшим дуэтом страны. В Новом Уренгое появилась молекула метана весом в 300 килограммов. Конструкция из нержавеющей стали высотой почти 4 метра появилась напротив центрального офиса компании «Газпром Добыча Ямбург». Это подарок городу на юбилей. Скульптуру изготовили в одной из мастерских Санкт-Петербурга. Одноименная конструкция повторяет строение молекулы метана. Обзор подготовила Вера Баранова, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.